гнетущее зрелище. Энергии слишком мало. Энергия. Энергии. Как говорят у нас в ордене, если пал духом, надейся на меч. Более не могу отрицать истинную природу зла, что скрывается в катакомбах собора. И правда это невыносимо своей... Исследуя пещеры в поисках сокровищ, я наткнулся на жуткое зрелище. Гору звук. Невероятно. Но когда я стал обыскивать их в поисках ценностей, я вдруг понял... Нужно рассказать обо всем жителям нового Трехтрама, пока еще не слишком поздно. Thank you.
подождать. Я пришла к выводу, что ее не существует. Мы такие разные, не правда ли? Мало.
наши враги куда сильнее, чем мы себе представляли. Эти испытания служат какой-то высшей цели, но она мне неизвестна. Это судьба. Пошли дальше. Thank you.
могучий противник.
Убить ее! Отобрать мой меч. Твой? Ты ошибаешься. Но я уже заявила на него свои права. Я Магда, предводительница темного культа. Осколок принадлежит мне. Отправляйся в ад, ведьма! Ну хорошо, тогда выезжай. Пора возвращаться. Не мы одни разыскиваем этот меч. Первый обломок я буквально вырвала из рук бешеных прислужников ведьмы Магды. Дядя Декарт, не те ли это сектанты, о которых ты мне рассказывал? Молодец, Лия. Ты внимательно меня слушала. Помнишь ли ты что-нибудь о них, незнакомец? Я ничего не помню об этой секте, но чувствую, что за ней стоит великое зло. Магда посмеялась надо мной, намекнув, что ей известно, где следующий обломок. Она сказала, что он упал туда, где могут ступать лишь древние. Думаю, речь идет о затопленном храме в гниющем лесу.
Я помню, дядя, ты как-то рассказывал мне о нем. Совершенно верно, Лия. Этот храм был выстроен нефалемами. Лия, твои знания могут оказаться бесценными. Ты должна помочь нашему другу достать обломок меча. Нефалемы — это древние люди, обладавшие невероятной... Сколько же силы заключено в этом древнем обломке? Это правда. Он кажется мне очень знакомым, но больше я ничего не могу вспомнить. Это оружие, достойное великого воина. Темный культ — остатки древней религии под названием Церковь Трех. Ее последователи поклонялись трем великим воплощениям зла, как богам. Но великие воплощения зла пали 20 лет назад. Кому же теперь поклоняются эти сектанты?